бомбер на меня упал. Понятно. Блин, ветка на танк загораживает пех. Блять, танчик меня спалил. Отстань. Ну я лидер взял, видимо, и он очень трус. Сейчас двоих кик. Там на них направляешь, и справа такая точечка красненькая будет. Это ник у него. Тут жарко, короче. Танк подъехал. Снял у них аванпост. Викер, у тебя слева молодой. Ой, бля, там еще и справа, и слева. В упоре? Патроны. В упоре? Да-да-да. Блять, ай-яй-яй, Вейкер! Слева в упоре был. О, блин, здесь оказывается котлован. Там себя? Пехоты просто хана. Трупы разлетелись только. Передай артебр хорошо, потому что еще бьют. Пускай тут квадратный каюн закидает немножко. В разлоке, там стоит просто. Да, он стоит, но переправу перекрывает. У меня нет патронов. О! Пехоту погасил хорошо, танк не попал. Сейчас прорывайте. Нет, почему-то пандерпал. Танк так и стоит, ему вообще попал. Да, попал. Давай, Виктор! Беги! Бля, он у нас поворачивается, так ложи! Ложи! Он уезжает. А у них походу там гарнизон. Ну смотри, стоит суплай у них. Вон же он стоит. Опять начинается. Вражеский источник топлива здесь стоит, да? Я его снимаю тогда. Да-да. Еще и самолет теперь заходит.
много пехоты вот там. Все, взорвал. Я взорвал. Ну твоя, скорее всего, тоже детонировала. Второй. Да, вот последний взрыв, второй это был этот. На моей метке противник там. Голову получил. Сзади, что ли, прям? Да, вот метка Б. Вот оттуда по мне работает. Смотри, Айдар, тебе там в голову можешь прилететь тоже. Сзади? Ты сейчас-то прям к ним нарезать пришел, подойти, да? Да, они прям ровно от моей метки юг. А я иду туда, ровно где пехота есть просто, и все. Гильдер. Бегу, тут там двое. Чуть дальше. Да, убил. Второго уже убили. У меня техника, я не могу. Вот бегают давать. Еще. Много. Блять, что-то больно пролетело. Блять, что там? Метку поставил. Ты поближе не хочешь поставить? Да-да-да, бегу как раз таки место нормально. Тут еще. Танк. Блин, нет, все поставил. Сходи подальше. Он прям у нас, маг. Сейчас я. Он что-то как-то слишком это заезжает. Вот там танк. Все, был, да? Нет, новый. Влево вот едет, выезжает. Едет, подруг, влево. Налево. Если за ним гоняться, он быстро. Но он уехал, короче. Не знаю, что они. Что-то на своей волне, ну. Ой, ядрить, я нашел, где у них фигня. Вот здесь на мне. Тут у них склад и все дела, короче. А, развалит. У нас противника много. На карте пометки сейчас работают. Противника видно. Союзник решил меня добить. Так, одна есть. Все почти. Опа, здесь мина. Мину выкинули. Где? О, прям на нее смотрю. Ага. Два пеха! Одного убил, второго убил. 200 от нас. Может где-то там не вспаунилка есть. Да-да-да, вот тут еще, вот еще пех передо мной. Убил. Так, нас, короче, направляют на Калтрейл. Вот справа Вейкер, вот она, сломала ванпост, вот тут еще есть, смотри. Как только, если, короче, умрете, то резайтесь тогда на южной части. Танк вот здесь. Дай метку танк, скажи на пантере. Ломаю боезапас. Сейчас я отрезаю. Сейчас был танк. Клямы крысы такие чисто пришли, короче, сломали у них все. Ломать. Короче, если вдруг там умрете, резайтесь на юге. Все ж ходит, да? Шлепает по воде. Снял.
слева. На мясо, да, просто. Хорошо. Слева. Я его убил, и он меня. Делаешь? Минер? Не, пусть перехватывает. Я вон здесь уже перехожу. А у нас? Так, ну флик мы тут отбились, пацанами. Тихо. Вон. Нет, не наш. А, это наш гоняется за тигром. Ну, давай, догоняй его нахер. Нет, как я ранил там. Прям откуда. Толку здесь нету, мы точку ту отбили. Тут на метке шайтан, например. Эх, Стёрт, слева. Где? Слева через дорогу холм. Холм? Да-да-да, левый холм через дорогу, прям на узке. Блин, я работаю. Тут, короче. Да-да-да. Надо спаун где-то ставить, утёр. А я поставил, а, на севере. Нахер сейчас отберу ваш гарнизон, блин. Все, снял ему аванпост и умер героически.